Здравствуйте, я Емельяненко Александр. Вчера по телеканалу НТВ в программе «Русские сенсации» сказали, что я имею отношение к националистическим движениям, к националистическим группировкам. Я хочу сделать заявление и сказать, что никогда не разделял их взглядов и никакого отношения к националистам я не имею. Я спортсмен, занимаюсь спортом с ребятами разных национальностей. Ко мне подходят люди на улице, просят сфотографироваться, сделать секундные ролики. Потом используют их в своих корыстных целях. Я хочу сделать заявление, еще раз сказать, что никакого отношения к националистам и к националистическим движениям я не имею. Надеюсь на ваше понимание. Александр Емельяненко.